Здравствуйте. Пришла идея провести аукцион выставки картин, который сейчас проходит в галерее в школе-студии Льва Хабарова на Пушкина 4. Выставка называется «Порталы». Сама идея портала предполагает нелогичный переход между разными локациями и мирами. Шкаф, который служит вратами в Нарнию, кольцо, надев которое на палец, герой перемещается в нужное место. Простой детский рисунок может пробудить воспоминания и стать порталом в свое детство. Врата порталов могут располагаться и в эмоционально-чувственной сфере, действуя как триггер к определенным переживаниям. Эта идея интересна тем, что касается темы сингулярности, когда динамика событий уже не измеряется привычными физическими законами. Поэтому тема порталов нас так заинтересовала и захотелось посмотреть на них глазами художников. И вот на выставке мы увидели многообразие форм, идей и ощущений. Выставка будет воображение, и зритель невольно чувствует свою сопричастность с этими волшебными творческими мирами. Иллюстрация к этой афише нам создала нейросеть Midjourney, и она сама, по сути, является порталом в коллективное. Болотова Татьяна, лунный глаз на юге, 40 на 50, холст, картон, масло. Начальная цена аукциона 2000 рублей. Интерес к глазам, глазу, око, всевидящее око присутствует, полагаю, у многих художников. Видеть, что тебя видят, смотрят. Присутствует практически любой абстракции, что случилось у меня. Мы вглядываемся в мир, а мир смотрит на нас. Государственный парк в Юте, США. Вот там такая есть, такой существует реальный глаз. Бутюгина Валерия. Майский вечер. Холст, картон, акрил, 2023 год, 2000 рублей. И портал, видимо, заключается в отражении вот этого белого храма, отражается в воде. Некое такое понятие, как Китежграда и так далее. А люди спасались от набега, захватчиков, бежали не только сами, но и со всем своим городом. Картина. Груздева Елена. Волшебное древо. 50 на 35. Холст масла. 2023 год. Начальная цена предложения 5500 рублей. Картина о тайне, которая всегда рядом. Девушка читает книгу, которая сама по себе является порталом в особый мир. Ветви дерева формируют сферы, и у каждой своя история. Эта картина напоминает, как важно сохранять связь со своим внутренним ребенком. Ведь ощущение тайны, неизведанного, луминозного, могущественного мира пробуждает в нас глубинную силу. А луминозность – это понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия. Следующая картина Гуляева Светлана на 35 на 30, холст, картон, масло, 2023 год. А цена предложения 3000 рублей. Инишева Елена, нежность, 30 на 30, холст, картон, акрил, 2022 год, 4000 рублей, начальная цена сегодняшнего аукциона. Данная картина – это сочетание древнейшего символа сакральной геометрии, цветка жизни и моих фантазий. Цветок жизни гармонизирует все вокруг. Эта прекрасная форма дарит ощущение умиротворения, красоты и совершенства. А нежная цветовая гамма создает соответствующее настроение. Игра матовых и глянцевых
красок завораживает, особенно в лучах закатного солнца. И что мне важно в своих работах, квадрат, симметрия, это все про баланс и равновесие. Для гармонизации пространства, согласно правилам Васту дизайна, данную картину лучше всего размещать в секторах северо-запад. Центр пространства Брахмастан, юго-восток. Васту Шастра – это особая индуистская система архитектурного планирования и дизайна помещения, основанная на законах природы и направленная на гармонизацию энергетических потоков внутри него. Карнаухов Лев, а может быть, холст масла, 2004 год, начальная цена 120 тысяч рублей. Макаров Анатолий, глубина, полная луна, 61/91, холст масла, 2019 год. Цена этой картины сегодня предлагается на аукционе за 12 тысяч рублей. Михайличенко Людмила, портал, 58/43, гуашь, 2014 год. Цена сегодня на эту картину предлагается за 20 тысяч рублей. Я о своих работах особенно глубоко и длинно не раздумываю. Наверное, как и многие другие художники. Чаще всего это какое-то мгновенное озарение. Луч света в темном царстве. Сюжет может породить какое-то слово, прочитанное или произнесенное. Мимолетно промелькнувший предмет или явление на экране ТВ. Или где-то еще. Несколько раз было, что стержень сюжета приходил во сне. Есть и сконструированные картины, над которыми я дольше думала, но таких немного. Уверена, что корни разнообразия сюжетов лежат в моих давних и разнообразных интересах, среди которых, помимо биологии, астрономия, космогония, антропология и этнография, история Древнего Египта и Древней Греции, археология и палеонтология, а также многое другое. Наверное, все это годами начитывалось и откладывалось где-то в подкорке, а потом вдруг под влиянием некоторых трагических обстоятельств начался синтез. Следующая картина. Неизвестный художник 21 века, Гелати, Академия Вахтанга, 23/29, бумага акварель, 2017 год. Эта картина у нас представлена по цене зала, а цена зала определяется 1000 рублей. Следующая картина Сайко Юлия, Древние великаны, 2023 год, холст масла. Начальная цена на эту картину, на этом аукционе, 20 тысяч рублей. Следующая картина. Фазлядинов Салават. Окончание. Переезд. 41/55. Акварель. 2020 год. Картина предлагается по цене зала, то есть от 1000 рублей. Эта картина была создана в период переезда с Пушкина 10 на вот, и этот момент можно представить себе всегда как переезд, как портал. Следующая картина. Хабаров Лев. Закат. Картон масло, 2005 год. 25 тысяч рублей. Следующая картина. Хасанова Наталья. Портал. Зрачок. 30/30, холст масла, 2023 год. Начальная цена 1300 рублей. Я в своей работе хотела выразить то, что каждый человек познает пространство через визуализацию. И человек проходит через время. Меняется мир, меняется сам человек. И смотрим мы со временем на все по-другому. И все это через человеческий глаз, через зрачок. Если присмотреться к работе, то мы увидим целый мир там,
и наша земля, и клюв орла, и облака, и перья. В общем, у каждого своя фантазия, свой мир и свой портал. Лев Карнаухов, «Перекресток», холст масла, 2016 год. Эта картина сегодня представляется на аукционе за 160 тысяч рублей. Болотова Татьяна, «Новая жизнь», абстракция, 50 на 40, холст, картон, масло, 2022 год. Цена этой картины сегодня на аукционе 2000 рублей. Данная работа писалась интуитивно. Интуитивная абстракция писалась по запросу, что я хочу сказать. Как дипломированный арт-терапевт, интерпретировать результат не буду. Колористика сложилась та, которую хотелось впустить в работу. После завершения крутила картину, искала образы и верх-низ картины. Нашла, обозначила. Образ с чубчиком так сложился до включения в рассматривание результата. Считаю, что работы, осуществленные в абстракции, каждый пропускает через себя и видит свое. Следующая картина Инишева Елена, «Ритм», 30 на 30, холст, картон, акрил, 2022 год. 4500 рублей мы предлагаем эту картину на сегодняшнем аукционе. Свое творчество могу назвать интуитивная геометрия. Подобные картины – полная импровизация. Рисунок строится интуитивно. Никогда не знаю, что получится. Все врождается в процессе. Цветовая гамма выбирается также интуитивно. Это мелодия текущего настроения. Люблю сочетать матовые и глянцевые краски. Их игра на свету под разными углами завораживает. В этой картине я чувствую ритм. И активная энергия красного, и умиротворяющей серы, и освежающей, словно жемчужинки, россыпи белых точек. Квадратная форма, симметрия – все это дает ощущение баланса и равновесия. Макаров Анатолий, «Ельник», «Тайна», 70 на 51, холст, масло, 2022 год, 10 тысяч рублей. Здесь Анатолий показал, что когда он выходит как будто на опушку из ельника, такое ощущение, что он вышел из одного мира в другой. Тоже вот эта опушка для него – это портал. Савико Юлия, «Солнечный лук», холст, масло, 2023 год. 15 тысяч рублей сегодня оценивается на нашем аукционе эта картина. Хасанова Наталья, «Портал, страсть», 60 на 40, холст, картон, масло, 2023 год. 5 тысяч рублей. Тут обнаженные чувства. Когда мы влюблены, у нас открывается целый портал эмоций. Мы вдохновлены, обнажены, эротичны. Любите, открывайте новые порталы. Наслаждайтесь друг другом. Болотова Татьяна, «Хранители», 60 на 40, холст, масла, 2023 год, 10 тысяч рублей. Работа выполнена в смешанной технике. Есть арт-флюид, элементы монотипии и эбру. Создавалось исключительно интуитивно. От выбора размера холста, колористики и выбора техник. После того, как сложилась абстракция и подсохла, осуществлен поиск образов и верха, и низа. Все образы, что видны, сложились при первичной работе с техниками. Практически не дорабатывалось. Все образы там были. Картина «Оберег» для тех, кто верит. Следующая картина Инишева Елена, «Ускорение», 20 на 20, холст, картон, акрил, 2022 год. 2000 рублей мы просим за эту картину на сегодняшнем аукционе. Данная картина – это геометрическая фантазия, импровизация.
Игра с сочетанием цветов, матовых и глянцевых оттенков, дополненных нежной точечной росписью. Глядя в центр картины, создается ощущение, что ты летишь на огромной скорости в потоке света, энергии. Каждый увидит свое. Нежная по гамме, динамичная по сюжету. И в целом, ключевой принцип моего творчества – квадратная форма холста, симметрия – все это гармонизирует и уравновешивает. Оригинальная композиция для декора интерьера. Следующая картина – «Карнаухов. Лев. Печаль ускользающего». 2020 год. 160 тысяч рублей. Эту картину Лев написал в память о недавно ушедшем своем друге, художнике Сергее Краснове. Фазлетдинов Салават, Гордеев узел, диаметр 80 сантиметров, холст масла, 2022 год. Эта картина уже была приобретена на аукционе, у меня есть устное согласие, ее показывают на следующих аукционах. И вот эту картину мы предлагаем, я предлагаю за 10 тысяч рублей. Картина была написана буквально после 22 февраля 2022 года. У меня был день рождения, мне подарили этот холст художник Баранов Леонид. И я сразу же уже знал название этой картины. Болотова Татьяна. Поглощение космическое. 50 на 70. Холст картон масло. 2019 год. 8 тысяч рублей. Поглощение. Картина выполнена в смешанной технике, в основном мастихином, знак бесконечности, вечная борьба добра и зла. Для меня позитивная картина, хотя, кто знает, возможно, вы видите иначе. Следующая картина «Сайко Юлия. Новогодняя ночь. ДВП. Масло. 2023 год». Картину мы эту предлагаем за 5000 рублей. Карнаухов Лев. Внедрение в эпоху ледяных дождей. 80 на 120 холст масла. 2023 год. Картина предлагается за 210 тысяч рублей. Есть город ледяной. Вот весь смысл этой картины. Фазлетдинов Салават, «Фиолетовая М», холст масла. Эта картина предлагается за 30 тысяч рублей. И последняя картина этого аукциона. Груздева Елена, «Вдали от суеты». 69 на 44, холст масла, 2023 год. Эту картину мы предлагаем за 12 тысяч рублей. Итак, дорогие друзья, все цены на эти картины сегодня будут актуальными с 3 часов дня до 21 часа. После этого цены изменятся. Если вы позвоните по двум телефонам, один телефон 993-502-16-15, 993-502-16-15, второй телефон 966-705-64-75, 966-705-64-75. По этим телефонам вы можете звонить во время аукциона и делать ставочки. А также вы можете позвонить по ним после аукциона до 9 часов. Мы на эти цены, на эти картины оставим вот такие цены, как они были. До встречи. До свидания.